ситуация, в которой оказались девочки, проживая с отцом-насильником, она знакома и оттого страшна. И очень многие, не только женщины, но и мужчины в Российской Федерации осознают, что это не единичный случай, просто он такой громкий и публичный, потому что девочки решили самообороняться. В нашей стране очень много насилия, и нам нужно срочно что-то с этим делать.